Всех приветствую, с вами Александр. Продолжаю я играть в замечательный аддон Сталкер Золотой Шар для приключения Жигана. Что у нас по заданию? По заданию у нас осталось найти и допросить новичка по кличке Бомж. Он должен нам прояснить ситуацию с мертвым туристом, который погиб в аномалии, из которой мы вытащили керамический контейнер. Также у нас есть задание, не задание, а совет куклы. Она просила отыскать нас старый радиоприемник и вытащить этого транзистор. Вот так. Конденсатор советского производства емкостью 0,07 микрофарад. Не транзистор, а конденсатор. Еще я хочу скинуть башку, которую я вытащил из обелиска. Я пока не вижу решения логического этого квеста, поэтому пускай она полежит здесь. Так, что здесь у нас? Ничего. Так, что дальше? Окей. Что мы должны сделать? Отлично, ты достал конденсатор. Следующая твоя цель — автобусная остановка, недалеко от АТП. Там стоит сгоревший БТР. Рядом с ним есть сломанная радиостанция. Ты должен найти ее, починить с помощью найденной детали и активировать. Как только радио заработает, я скажу, что нужно делать дальше. Отлично. Видел я БТР. Но прежде чем идти к БТРу, я хочу спуститься в подвал. Песик, какое задание интересно будет с тобой? И наполню свои фляжки водой. Аномалия Дрожка. Помним ее. Туда влетать не нужно. Погода меня не радует. Что-то совсем. Так, а бинокля у меня нет, да, пока? Хорошо, пробуем пробиваться без бинокля. Также я купил порох и подшипники. Сделал немного себе патронов усиленных, так сказать. Так, вот это вижу. Аптека. Супаёк. Так, вот и военный. Инфа капитана Серова. Что у нас здесь? Перед аварией я ехал на броне, поэтому и выжил. Когда БТР попал в аномалию, меня швырнуло вперед и ударило спиной об ствол дерева. Я перестал чувствовать ноги, похоже, позвоночник перебит. Удалось вытащить радиостанцию, попробую связаться с... Так, это походу он хочет связаться с камерой. Именно его мы ищем по заданию куклы. Да, с Максимом Камером. Интересно. Надо зарядить. Окей. Вижу, что радио не работает. Надо подключить станцию к питанию. Попробую найти аккумулятор. Где я смогу его найти? Поищи на заброшенном АТП или на мельнице. Поищу. Так, хорошо, дает наводку. Так, вижу большое количество зомби. Эй, смотри, что он там оставил. Кто оставил? Где? Очень слабо светит фонарик. Попробую осмотреть мельницу. На присутствие аккумулятора для радиостанции. Они не особо шустрые, поэтому... Так, что у нас здесь? Да, я вижу какой-то ученый мертвый. Также вижу аккумулятор. Так, почему-то наш персонаж закашлял. Собачка.
Хорошо, и что дальше? Так, собачки везде бегают. Посмотрим, что скажет кукла по этому поводу. Окей, все будет в порядке. Так, подскажи, что теперь нужно делать? Ты послушал радиоэфир, да? Там кто-то просил о помощи. Это военные. Дикие собаки, нужно отойти подальше. Так, может спрятаться вообще в туннеле? Через дрожку, надеюсь, они не пройдут. А что здесь у нас? Ящик какой-то новый появился. Патроны, хорошо. Окей. Подскажи, что мы должны делать сейчас. Так, я прослушаю радиоэфир. Там кто-то просит о помощи. Это военный. Расскажу тебе все по порядку. Сгоревший БТР установки на кордоне. Это спасательная экспедиция службы безопасности Украины. Военные были отправлены на поиск Макса. У них имелась карта с координатами входа в секретную лабораторию, где работал Макс. Похоже, что карта сгорела вместе с военными. Так, нет, она не могла сгореть, так как это была секретная карта, выполненная в двух вариантах. Электронном и бумажном. Бумага, естественно, сгорела, а вот электронный планшет с картой нет. Потому что он был защищен прочным корпусом. Поищи его рядом с БТРом. Там ничего нет, отвечаем мы. Хотя я не осматривал еще. Вот это очень плохо. Скорее всего, его стащил кто-то из местных. Вряд ли мутантам показалось бы интересный такой предмет. Теперь твоя задача поговорить со всеми, кого знаешь на кордоне, и выяснить судьбу планшета с картой. Найдешь планшет, получим доступ к лаборатории. Голоса в эфире, просящие о помощи, как раз принадлежат тем, кто остался в подземелье. Как видишь, они еще живы. Я поговорю с местными, да. Но сначала я хочу выполнить задание. Казнить нельзя помиловать, а именно найти сталкера по кличке Бомж. Также, когда я собирал, откопал из обелиска голову, появились координаты каких-то могил. Возможно, стоит их осмотреть. Но это будет позже. Сначала мне нужно добраться до бомжа. Не хочу я пока лезть на АТП. По всей видимости, там обитает контролер. Сейчас осмотрю элеватор, или как они его называют здесь, мельница. Как кукла назвала, так. Что это за труп? Нет ничего. Вон он! Кто? Я в упор никого не вижу. Также нужно нам прочитать информацию с ученого, который мы подобрали в этом ангаре. Мужик, помоги. Меня здесь заперли. Хорошо, подожди. Так, надеюсь, вы меня здесь не достанете. Инфа Макарова. Задолбали меня эти кошмары по ночам. Надо отвлечься и заняться чем-то сторонним. Например, я давно хотел получить образцы возбудителя, так сказать, называемой чернобыльской чумы. Получу образцы вируса из места обитания зомби, для того, чтобы иметь в наличии материал для исследования. Судя по наблюдениям, логово этих существ находится в сарае, в заброшенной мельнице. Действовать надо осторожно. Пока меня никто не будет в лагере, любопытные солдаты могут снова полезть в холодильник, чтобы посмотреть на голову мутанта. Надо открыть, закрыть ее, налить на ключ, а его положить в личный ящик. Код к нему оставлю 384520. Интересно. Неужели он говорит все-таки о той башке, которую мы откопали под обелиском? Не знаю, вопрос по башке пока остается у меня открытым. Закрытая дверь? Так. Нет, ну на удивление зомби здесь спокойные. Опачки. Эй, мужик, помоги, ты кто такой, что здесь делаешь? Я новичок, недавно в зоне, рыскал по окрестностям, думал, чем поживиться. Зашел в этот сарай, и меня здесь закрыли. Кто закрыл-то? Сам не знаю. Слушай, помоги мне выбраться, а я тебе все подробности расскажу, окей? Тебя закрыли здесь, это, возможно, было за что? Ну блин, ты подозритель. Ладно, так и быть, расскажу. Я сюда зашел, потому что артефакты искал. Начал шарить здесь, как вдруг слышу голоса, шаги. Выглянул в окно.
а к дому идут несколько человек в военной форме. Вернее, не идут даже, а крадутся. Я хотел через запасной выход, а он закрыт оказался. Пришлось мне в углу таиться и ждать, что будет дальше. Продолжай. В общем, зашли они и стали типа как совещаться. Такие вещи вспоминали просто жуть. Например, про исполнителя желаний говорили, слышал о таком. Вот тут давай поподробнее. С удовольствием, но помоги мне выбраться. Эти незнакомцы могут вернуться в любой момент. Что мне нужно сделать? Дверь не сломать, а они металлические. Через чижак тоже не выбраться, там дрянь какая-то разрослась. Надо достать ключ. Где он? У этих мужиков, которые меня заперли, где же еще? Я послушал, куда они собрались уходить. И куда же? Они стали лагерем здесь неподалеку. Надо прокрасться к ним и стащить ключ. Затем открыть им дверь, и я буду свободен. Но учти, люди это серьезные и вооружены до зубов. Так что будь осторожен. Нелегкую ты задачу мне не загадал. Знаю, но из разговоров я понял еще, что вещи они особо не охраняют, так как уверены, что людей здесь или мало, или вовсе нет. Где их лагерь? Я тебе помечу на карте, вот, постарайся подкраться незаметно и пошарь у них в рюкзаках. Попробуй. Появился новый артефакт. Так, посмотрим, что за меточку он нам дал на карту. Лагерь, откуда она нужна? Утащить ключ, а также бомж. В принципе, все по пути. Но он нам посоветовал не вступать ведь с ними в конфликт. Потому что он говорит, что они вооружены до зубов. Приходится часто сохраняться мне, модификация довольно-таки нестабильна. Лично у меня постоянно происходит краши. Просто выкидывает на рабочий стол. Не знаю пока причину этого. Но пробую играть пока так. Так, он советовал в лагере не ступать ни с кем в бой, а попробовать подкраться незаметно. Так, обелиск вижу. Пока вопрос я по нему не решил. Отлично себя показывают усиленные заряды. Ну и получаем мы в два раза меньше, чем с обычных при использовании пороха и подшипников. Так, вижу я лагерь. Единственное, кто мне может помешать, это кабаны. Так, собак. Вижу собак, слепые псы. Нужно здесь, наверное, сохраниться. Кусты как нельзя кстати. Из этого кустика я скорее смогу выкрасть ключ. Да, получилось. Обновилось у нас задание на волю. Но сначала я отыщу бомжа. Спросим у него, что произошло в этой аномалии. Очередная могила, которую можно выкопать. Так, а что будет, если я ее выкопаю? Нет, не получается вскрыть могилы без наличия башки. В принципе, это правильно. Я не собирался бы копать эти могилы. Тем более, когда копаешь, кукла на это ругается. Возможно, это как-то повлечет. Так. Бомж у нас в туннеле, а здесь какая-то неведомая хрень летающая. Также киски.
вроде чисто. Так, ты кто? Так, а вот и ты наконец-то. Откуда ты меня знаешь? Я тебя не знаю, но знал, что ты придешь. У тебя есть штука, которая мне нужна. Погоди-ка, ты ведь бомж, или как там тебя? Будем считать, что он. Мне говорили, что ты бомж в прямом смысле слова, и что ты сделал с туристом. Расскажу тебе все, как было. Слушай, я никакой не бомж, а человек, который хотел предотвратить большую беду, но сам в нее попал. Тебя сюда ко мне прислал, конечно же, Скидан. Рассказав историю о несчастном туристе и хитром новичке, жадном до чужой снаряги, я его понимаю. С его точки зрения, все произошедшее должно выглядеть именно так. На самом же деле, я сотрудник одного из отделов безопасности защитного центра Земли. Слышал о такой организации, да? Читал в новостях пару раз. Мы занимаемся защитой человечества от воздействия зоны отчуждения. Один из методов – это преграждение проникновения во внешний мир артефактов и различных образцов аномальной природы. Нечто злое, чужое не должно покидать границы зоны. В принципе, согласен, поскольку таким образом зона просто заражает внешний мир своими семенами, которые в один прекрасный момент прорастут прямо в лабораториях и погубят всю земную науку. В принципе, да. Конкретная задача нашего отдела – мешать первопроходцам выносить из зоны артефакты и образцы. Несколько недель назад к нам поступила информация о том, что подпольная организация, которая, по слухам, финансируется одной из ведущих стран мира и занимается изучением аномальных образований в плане разработки новых методов вооружения, послала своего агента для заполучения образца аномалии «Ведьмин студень». Ну, я внедрился в сообщество новичков-первопроходцев, жил в местном лагере и ждал, пока агент прибудет сюда. Когда же он прибыл, я просился к нему в проводники. А затем воткнул ему в спину нож и оставил умирать в аномалии, говорим мы. Неплохие методы работы у вашей организации. Погоди, дослушай до конца. Проблема заключается в том, что агент лаборатории был прекрасно осведомлен о том, что ему попытаются помешать. Видимо, в нашем отделе завелся стукач. Он сразу понял, что я именно тот, кто хочет остановить его, ведь я первым попросился к нему в напарники. Как только мы получили образец аномалии, он напал на меня. Ну, допустим, продолжай. Силы оказались слишком неравными, я был ослаблен длительным проживанием в экстремальных условиях, плохое питание, отсутствие тренировок дали о себе знать. Как только я почувствовал, что агент стал меня доливать, я исхитрился, изо всех сил ударил коленом по контейнеру с образцом студня, который висел на поясе у противника, и отскочил в сторону. Крышка контейнера открылась, вязкая жижа выплеснулась на землю и на тело агента. Он умер в страшных мучениях. В том месте, где разлилось содержимое моего контейнера, и образовался очередной студень. Это случилось недалеко от местного ДП в кустах, ведь именно там ты нашел остатки туриста, верно? Да. После того, как студент погубил агента, контейнер снова захлопнулся, и, судя по всему, в нем осталось некоторое количество аномального вещества. Однако контейнер теперь был окружен кислотой, и подобраться я уже не мог. За меня это сделал ты. Прошу, дай мне контейнер. Я уничтожу его, чтобы эта гадость не попала в руки следующему агенту и во внешний мир. Этим ты можешь помочь не только нашему делу, но и всему человечеству в перспективе. Так, два варианта. Да, действительно, все сходится. Вот контейнер, держи. Я рад, но этого контейнера нет со мной. Конечно, держи. Отлично, спасибо тебе. Теперь я должен поглубже закопать его. А тебе в качестве награды я даю координаты схрона с моим хабаром. Там лежат вещи, необходимые для экстремальных ситуаций. Специалисты нашего отдела специально составили набор экстремального выживания в 30. Теперь он твой, я помечу его местонахождение на твоей мини-карте. Так, собака. Так, пометил, он говорит, местонахождение тайника на мини-карте. Или не пометил еще? Не дочитал я диалог. Не дочитал я диалог, и, соответственно, получается вот что. Я ему как бы отдал, но место на мини-карте он не пометил. Поэтому я переиграю эту ситуацию заново и там уже продолжу.
Так, держи контейнер. Так, спасибо. Ты как планируешь отсюда выбраться? Не бойся, наше дело меня вытащит. Прощай. Прощай. Задание обновилось. Тайник бомжа. И, соответственно, нужно поговорить по этому заданию. Или сначала выпустить волка из заточения. Не знаю, в любом случае, я думаю, сначала проверить тайник бомжа, потом отправиться к Хидану. Посмотрим. Решила все-таки взять в инвентарь башку, ту самую, которую мы нашли под обелиском, и попробовать использовать. Да, теперь мы можем копать могилы. Отметки на могилы находятся по всей территории зоны. Мне сдается, что все идет только хуже и хуже. Да, в каждой могиле множество хабара, в частности здесь. Рядом с тем местом, где сидит бомж, вообще присутствует Мосинка со снайперским прицелом. А здесь 200 патронов к ней. Но я считаю, это неправильно, как бы раскапывать могилы. Тем более, я не знаю, при ношении этой головы состояние нашего персонажа ухудшается. Поэтому я, конечно, не буду этого делать. Я оставлю эту башку на чердаке на данный момент, пока не найду способ избавиться от нее. Тайник бомжа. Так, где он у нас? Да, неплохое снаряжение, в принципе. За что? Миноискатель, бронежилет охраны. Также полно медицины. Хорошо. Так вот нас бомж благодарил. Теперь можно спокойно отправиться с Хиданом. Естественно, не через аномалию дрожка. Собаки лютые. Что у меня по патронам? Есть еще 21 заряд. Не стал я брать Мосинку из могилы. Ни к чему это мне. Тем более кукла очень сильно ругается, когда выкапываешь могилу. Я думаю, от этой башки никак не получится избавиться. Скорее всего, это своеобразная плата будет. При длительном ношении, возможно, мы также превратимся в зомби или еще во что-то. Поэтому я играю без нее. Еще неизвестно, куда в этой модификации, в этом аддоне мы доберемся. Так, я нашел бомжа. Ну и как он там поживает? Хреново, все оказалось намного сложнее, чем мы думали. Рассказываю, на самом деле наш бомж оказался человеком из некого общества охраны Земли. Подпольная организация послала своего агента сюда в зону, чтобы он добыл образец ведьминного студня для исследователей. А наш бомж, в свою очередь, должен был этому помешать, но его агент раскусил. Он схватился с ним в рукопашню, контейнер со студнем открылся, и кислота убила агента на месте. Наш борец за чистую землю остался жив, но боялся показываться на глаза из-за того, что его могли посчитать убийцей. Такие дела. Он тебе сам это рассказал? Да. Ну ты поверил в этот бред? Чувак просто хотел поживиться, стукнул по темечку туристу и скинул его тело в аномалию, чтобы замести следы. Очнись, Жека, не будь лохом. Помнишь, на контейнере, который был у туриста, мы видели надпись «Лаборатория». Разве это не доказательство? Доказательство, но слабое. В общем, если ты ему веришь, что это твои проблемы, я не верю. Опыт не позволяет. Дело хозяйское. Получаем мой армейский бинокль. И завершаем задание по этому контейнеру керамическому. Я думаю, в принципе, почему нет? Почему не верить? Так, у нас есть задание. Нужно узнать о планшете. Так, что у нас? Водичка есть у меня. О планшете из БТРа. Тебе вопрос, слушаю. Я был у старой мельницы, нашел там разбитый БТР. И рядом с ним лежат останки военных, у одного из них на ПДА была информация. Да, я видел, и повезло воякам, только целых тел там не было, вроде бы один. Одни косточки лежали, хотя я особо не вглядывался. Что за инфа-то? Военные пробивались на БТР к какому-то секретному объекту в зоне. Но попали в аномалию. Я точно знаю, что это был планшет, у них был планшет с картой. Что он уцелел? Ты не находил его? Только хотел сказать, а ты меня опередил. Там была электронная фиговина, немного поврежденная, но вроде рабочая. Я не разбираюсь, что не за инфа. Просто взял и притащил с Хидану. Думал, что
Он у меня ее купит, он любит в электронике ковыряться, но не взял. Сказал, что питание не подходит или как-то. Короче, не заинтересовал его планшет, я тебя вижу. А тебя я вижу, заинтересовал. Мне он нужен, куда ты его дел? Скажу честно, он при мне. Но послушай меня, пожалуйста, как говорится, услуга за услугу. Я тебе дам планшет, ты мне артефакт. И разойдемся довольны друг другом. Я не против. Что за артефакт? Это необычный артефакт. Он не выпадает из аномальных зон, а представь себе, висит на дереве. Я его случайно заметил, когда за хабром ходил. Сидит себе на веточке, как приклеенный, высоко сидит, и камушки кидал, даже из самострела полил. Все тщетно. Если ты сможешь на это дерево залезть и достать этот артефакт для меня, получишь планшет. Договорились? По деревьям лазить безопаснее, чем по аномалиям. Согласен, только будь осторожен. По деревам этим находится несколько аномалий. Короче, не свались в опыхах, а то будет плохо. Я знал, что без подобного не обойдется. До встречи. Так, говорит, за планшет нужно добыть за аномалии артефакт. Уникальный артефакт. Волк у нас находится здесь. Хорошо, сначала я добуду артефакт, а потом отправлюсь к волку. Прибыл я на место, но сначала я хочу осмотреть эту аномалию на наличие артефактов. У нас было сообщение, то, что появился новый артефакт. Так, где наш сканер? Появился новый артефакт. Как быстро он исчезает. Есть. Так, и теперь нужно добыть артефакт, взамен которого мы получим наш планшет с БТРа. И будем продвигаться дальше по сюжету. Да, это красиво. Ну, это было не особо сложно. Так, возможно, стоит забежать с Кидану. Так, что я поднял? Выносливость плюс 27, электрошок 50, радиация плюс 10. У меня нет артефакта, который бы выводил радиацию. Это что? Пулестойкость. Клубок. Ладно. Пусть будет так. Пока я не буду клубок отдавать. Денег, в принципе, хватает у меня на все. 5000. Но сыр кукле точно хватит. Там как-нибудь разберемся, проживем. Вот я достал артефакт с дерева. Так, получим планшет. Аптечка, спасибо за услуги. И тебе спасибо. Ха, готово. Добавлена заметка. Метка на карте Агропром. Место эвакуации, получены данные. Как сообщили нам в штабе, ученые из лаборатории имели возможность эвакуироваться в случае аварии или прочего. Место эвакуации находится недалеко от замаскированного под фабрику входа в комплекс. Там содержался автомобиль для отхода на безопасное расстояние, а по возможности за периметр. Вряд ли ученым удалось спастись подобным образом, однако точку эвакуации следует проверить. И что нам по этому поводу говорит кукла? Окей. Молодец, что достал планшет с картой. Ты ее уже посмотрел? Да, там пометка с точкой эвакуации в окрестности Неагропрома. Это шанс, если камеру удалось выбраться из лаборатории, где она работала, что кроме как точки эвакуации ему идти было некуда. Скорее пошли туда, проверим. Проследуют туда, как только могу. Да, действительно. Нужно сначала разобраться с волком. Возле мельницы. Тайник бомжа. Нет, я забрал все, в принципе, из тайника бомжа. Нужно помочь волку все-таки, я думаю. Но башку я с собой брать не буду. Да, видим волка. Такой еще сам новичок, не матерый, который был в оригинальной игре. Тень Чернобыля. Так, куда ты пошел? Здесь небезопасно.
с пуколкой. Что ты стоишь? Пошли скорее отсюда. Подожди, разве тебе не интересно узнать, что это вооруженные до зубов хмыри шляются по зоне? Что тут неясно? Серьезно, люди пришли за хабаром. Ты видел их оружие, экипировку? Они явно не по каванам стрелять собрались. Выглядели так, вроде бы, как будто готовят военный переворот. Здесь что-то не так, я хочу узнать побольше о них. Поможешь мне? Что ты предлагаешь? Сейчас спрячемся неподалеку, в зоне прямой видимости, и подождем, пока они не вернутся, а затем посмотрим, что они будут здесь творить. Не зря они так тщательно заколотили эту старую мельницу. Мне кажется, что если... Так, нас путают зомби и обстреляют, то никто потом разбираться не станет. Все будет нормально, давай есть ремни, и главное не высовывайся. Хорошо. Лешка, спрятаться неподалеку. Ну давай попробуем. Не высовываться. Да, смотрим перемещение группы неизвестной. Очень на большой скорости приближаются к нам. Конечно, их мы со своих пуколок не завалим. Думаю, стоит проверить, что там происходит. Хотя бы через окно. Это что за многоножка? Флешка, которая осталась от трех незнакомцев на кордоне. Да. Интересно. Что ты думаешь по этому поводу? Волк. Я вернулся. Что там они делают? Не разобрал. Как только я подошел поближе, что-то сверкнуло, и они все мигом исчезли. Как исчезли? Куда? Может, их в аномалию затянуло? Нет. Как будто провалились. Кстати, пропали они не совсем бесследно. На полу я нашел вот что. Флешка. Что на ней? Понятия не имею. К ПДА она не подходит. Странно. Впрочем, это не проблема. У Скидана в коморке есть компьютер. Надо отнести флешку к нему и посмотреть содержимое. Пошли в лагерь. Пошли. До встречи. Так, волк сам доберется или нет? Все-таки нужна ему помощь. Здесь опасное место. Вон он! Так, очередной раз кукла указывает мне на что-то, но я не вижу в упор ничего. Кошки эти очень плохие. От них почему-то кружится голова. Ну, при приближении к ним, естественно. Так, волка, почему ты не в деревню бежишь? А что у нас впереди? Что за бег? Почему я раньше его не видел? Контейнер опасен для жизни.
Нужен ключ. Да, все понятно. Это в данных, которые мы нашли от профессора, должна быть информация. 384, 520. Медицина, ключ от холодильника, в которой лежит голова, как он говорил, профессор. А это что за лекарство? Для воды. Да, это все лекарства мы давно видели. Хорошо. Такая же голова, как у нас, на чердаке. Какой красавец. Так, что здесь происходит? Ты что за чудо в перьях? Я не такой, как ты, но хочу тоже жить. Не стреляй, молю. Ладно, чего ты хочешь от меня? У тебя есть одна вещь, которая мне нужна. Это голова моего брата. Люди в оранжевых и зеленых шкурах убили его и похитили его тело, а голову закрыли в этом белом ящике. Я пугал их во сне, надеюсь, что они уйдут. Так и случилось. Но перед уходом они заперли ящик и должен похоронить остатки брата, чтобы это не стало, иначе меня не примут обратно в общину. Какой брат, какая община? Что за бред? Ты кто такой вообще, бомж или больной? Что с твоей башкой? Сталкер, подойди. Почему пожалуйста. Она так раздута? Ох, человек, не обращай внимания на мою внешность. Просто отдай мне то, что лежало в холодильнике. Мне нужна эта вещь, я отблагодарю тебя. Дам информацию о местах, где есть еда, патроны, медицина и прочее. Что захочешь. Хорошо, давай меняться. Полученные данные, информация третья. Благодарю тебя, добрый человек. Получается, великий доктор ошибался. Не все люди злые и жестокие. Расскажу тебе о том, где найти ценные вещи. Пойди к заброшенной деревне, что через дорогу. Найди на окраине ее маленькое кладбище. Там под ним из крестов есть тайник, которые сделали твои соплеменники. Найдешь? Эй, сталкер, можешь брать туда подойди, все, что тебе нужно, потому пожалуйста. Что хозяева их уже давно мертвы. Прощай, до встречи. Стой, скажи мне дальше, куда ты отправляешься. По своим делам. Если забредешь в общину, то эта штука пригодится тебе, чтобы пройти мимо привратников. Не выбрасывай его. Что за община, какие привратники? Зачем мне эта гармошка? Да, все, контролер убегает. Губная гармошка отличается от обычной красивой гравировки на корпусе. Данные. Инфа третьего. На окраине хутора на кордоне есть маленькое кладбище, тайник под одним из крестов. В принципе, я и так знаю, что в тайниках, что в крестах тайники. Но я отказался от этой идеи по вскрытию крестов, поэтому буду продолжать у Скидана. И Скидан, мне нужно кое-что проверить. Что там у тебя? Это флешка с информацией. ПДА ее не читает. У тебя вроде как компьютер есть. Мне надо ознакомиться с ее содержимым. Давай сюда, вот. Так, странно. Ну-ка еще раз. Нет, не пашет. Похоже, что флешка твоя же кондохла. Потому что ее ноутбук не видит. Хреново. Значит, я так и не разгадаю эту загадку. Погоди-ка, что-то не то. Заработало? Нет, не заработало. Скажи, где тут флешку взял? Нашел неподалеку. Флешку в зоне придумай что-нибудь поинтереснее. Когда я помогал волку, мы решили немного проследить за тремя какими-то подозрительными типами на старой мельнице. Внезапно они исчезли, словно растворились, а после них на земле я нашел эту флешку. Что за типы? Одеты были в форму, похожую на спецназовскую. Оружие имели хорошее, не охотничье. Все время по сторонам осматриваясь, нет ли кого поблизости. Интересно, да, короче, Жикан, не флешка это у тебя, а что-то другое. Что-то под нее сработанное или замаскированное. С чего ты это взял? Я немного в электронике разбираюсь, это раз. Во-вторых, она увесистее стандартовой пластмассовой флешки. Плюс к тому же гравировка, некая эмблема в виде латинской буквы G. Таких фирм по производству электроники я не знаю. Есть мнение, что это даже не флешка, а источник аккумулятор. Аккумулятор? Да, источник питания. Я видел такие когда-то. Их обычно делают под заказ для разных фирм или частных лиц. Все эти тех событий, что ты мне описал, вот тебе мой совет. Не выбрасывай эту штуку и жди гостей. Гостей, думаешь, те трое вернутся за ней? Да, я думаю, да, если у тебя она кажется, то тебе я не позавидую. Кажется, я влип. Есть работенка.
появляется новый диалог. Да, значит, так, приходили ко мне тут недавно двое опытных, но не разведчиков. Просто пришли мужики в зону счастья попытать. Удачливо оказались. Просто не верится. Артефакты таскают, и новые убежища разведывают, и мутантов истребляют. И аномалии обходят. Любо-дорого посмотреть. У них с ними даже что-то вроде делового сотрудничества получилось. У них стабильный хабар, у меня стабильный расчет. Новички им тоже предлагали сотрудничать. Не остались. Так. Не согласились гордые. Тоже не такие эти удальцы. Хрен его знает. Здесь в зоне у многих жизнь начинается по-новому. Одного звали Редрик, другого Барбджик. Не знаю, имена у них это или клички. Так вот, с недавнего времени пропали мои удальцы, словно в воду канули. В условное время с хабаром не явились, на связь не выходит. Зона шажала. Ясное дело, только вот, какое-то чувство у меня, что все не так просто, не знаю, как мне сказать, интуиция что ли. Короче, у меня есть сведения о том, куда они направились в последний раз. Твоя работа — проверить это место, найдешь трупы, не побрезгуй обыщи. Мужики тебе при снаряге будут артефакты нести сюда, они мне задолжали. Не найдешь, бог с ним. С ними. Так, возьмусь. Молодец, они через железку пробраться хотели. Искали обходной путь где-то восточнее моста. Там есть старый ржавый локомотив, сошедший с рельсов. Кто-то что-то трындел, что рядом с ним есть некая пространственная щель, сквозь которую можно пролезть на ту сторону. Будь осторожен, не приближайся к железному полотну, коснешься его — сразу помрешь. Спасибо за предупреждение. Новое задание — пустой паровоз. Есть какая-то наводка, интересно. Да, старый локомотив. Я думаю, там и продолжу. Не добрался я до локомотива, приходит сообщение. Так, что это здесь происходит? Ты кто? Прошу, помоги, что с тобой случилось? Я только сюда пришел, пробрался мимо блокпоста, и яки заметили, удалось оторваться, но снайперы достали меня. Эти снайперы совсем охренели. Лучше бы мутантов отстреливали. Куда тебе попали? Плечо прошло на вылет. Кажись, задело кость. Рука как тряпка висит. Давай помогу добраться до лагеря, он недалеко отсюда. Почему сообщения не срабатывают? Давай. Хватайся здоровой рукой мне за шею. Мочи его! Так, что происходит? Пошли. Мочи его! Вперед. Это кто такие? И почему они в меня не стреляют? Возможно, потому что у меня есть флешка. Враг. Боевик. Ну хорошо. Что за сюрприз? Я не понял. Тут лежит при смерти, а тут вдруг вали его, рассказывай все как есть. Так, иначе скормлю тебя чернобыльским сам. Отдай ключ. Какой ключ? Мы знаем, ты нашел его в мельнице. Предупреждаю по-хорошему, отдай, иначе придем уже не втроем. Здесь в зоне никто не защитит. Кусок пластмассы не стоит твоей жизни. И жизни новичков из лагеря. Подумай. Где ты здесь найдешь толпу в 30 человек? Если уж так приспичит, можете заглянуть на огонек. Мы хорошо вас встретим. А если охота знакомить так ближе нет, то скажи, что за ключ флешка и кто ты такой, черт побери. Слишком много хочешь знать. В общем, ладно. Мы придем, до встречи. Куда это ты собрался? То есть они переоделись в новичков, как я понял. Нужно все-таки сбегать до локомотива по заданию Скидана. А потом я посмотрю, что делать с этой флешкой. Что у нас здесь? Посмотрим. Так, постой паровоз. Опасно здесь. Собачки. Да, задание обновилось. Разведчик Барбридж отправился в зону отчуждения, чтобы встретиться со своим подельником Редриком
Шухар там, но попал в аномалию и погиб. Необходимо передать Шухарту информацию о смерти напарника. По некоторым данным, он может находиться на агропроме. Так, что происходит? Также задание обновлено. Нужно доложить Скидану. Хорошо, отправляюсь к Скидану. Снова тех мри с мельницы. Отдаем эту несчастную флешку от греха подальше. Я не могу, у меня есть подозрение, что с помощью этих флешек ключей каким-то образом пробирается за железную дорогу и обратно. Посуди сам, кордон маленький, укрыться большому отряду практически негде. Куда же делись те трое? Может, они и перепрыгнули за железку? Ну, мы двоих-то убили. Но тебе туда зачем? Живи здесь, потихоньку собирай артефакты, докопи денежку. И на рожон не лезь, я не могу. Мне надо дойти до исполнителя желаний любой ценой. Да, я забыл, куда ты лыжи навострил. Слушай, не прими за оскорбление, но пока ты здесь, лагерь в опасности. Их мреть, и, судя по всему, люди серьезные, флешку ключ получить намерены твердо. Если они тебе засаду устроили, значит, хотели забрать ее без лишнего шума. Но теперь могут заявиться к нам и круто наехать. Хорошо, спрятать тебя здесь вряд ли получится. Да, действительно, понимаю. Мне самому не хочется подвергать парней и тебя в опасности. Но флешку я им все равно не отдам, пока не проберусь за железку. Похоже, мне придется уйти из лагеря. Я не могу тебя отпустить просто так. Чем же тебе помочь? Стой, ведь сталкеры как-то пробирались за железную дорогу. Значит, возможно, и без флешки. Надо узнать, как это сделали. Слышал я кое-что. Вот, говори. Есть такая местная басня или сплетня. Называй как хочешь. Короче, суть в том, что если хочешь пробраться за железку, то ты должен дать ей выкуп. Тогда некоторое время насытится и перестанет работать. Тогда реально будет проскочить. Что за откуп такой? Здесь начинается самое интересное. Дело в том, что откупом этим является человеческая жизнь. Жизнь? Надо кого-то убить, что ли? Ну, не убить, короче, отдать на сидение аномалии. Причем не силой, а именно, чтобы жертва сама в нее вошла, понимаешь? Это не я так придумал, так многие говорят. Да, теперь ясно, откуда столько трупов у моста. Заманивать в аномалию я никого не собираюсь. Похоже, это тупик. Не спеши с выводами, Жикан. Подумай-ка, ведь кое-что здесь уже... Кое-кто желает здесь твоей смерти. Правда, если очень постараться, то можно использовать это обстоятельство для твоей пользы. Понимаешь, к чему я клоню? Значит, в железку заманить кого-нибудь из наемных убийц. Это идея. Да, действительно. Верно, но чтобы не просчитаться, надо составить план. Я думаю, поступим так. Ты найдешь себе временное убежище где-то у моста и заляжешь там. Я здесь, в деревне, буду ждать, пока за тобой не придут твои друзья. Отправлю их туда же, к мосту. А тебе в это время дам сигнал и готовность. Ты должен устроить все так, чтобы железка съела одного из киллеров. И тогда сможешь перейти ее. Рисковый план, однако я согласен. Да, действительно, больше ничего не остается. Новое задание – жертвоприношение. Также скидываем ему задание. Я побывал у старого локомотива, нашел тело. Продолжай. Один из тех двух, о котором ты говорил, его звали... Барбридж хотел пробраться через железку, но вляпался ведьмин студент и умер. Мир праху ему, а второй. Его тело я не нашел, однако есть подозрение, что он успел пробраться раньше своего напарника и ушел вглубь зоны. Вполне возможно, что он еще жив. Получен бронекостюм охраны, рекомплект. Так, он хорошо нас наградил. И задание выполнено. Так, посмотрю, что у меня по заданию осталось. Спрятаться у моста. И найти напарника, да? Так, что же он нам дал? Два комбинезона у меня уже. Отлично. В любом случае, нам, по всей видимости, придется идти к мосту и прятаться, ждать гостей в засаде. Укрытие. Да, туда я отправлюсь. На элеваторе теперь появилась пушка, которая стреляет во все стороны. Она стреляла всех зомбаков. И теперь единственная цель у нее это я. Так, надо как-то решать этот вопрос. Да, готово.
что, где наше укрытие? Там же в кустах. Почему сообщения не приходят от Скидара? Так, есть обновлено. Это Скидан, только что приходили трое незнакомцев, спрашивали про тебя и их направил к мосту, так что жди гостей, удачи тебе. Аномалия требует жертвоприношения, чтобы пробраться нам за железку. Так, а где гости у нас? Вон они двигаются, сволочи. Ладно, не важно. Аномалия открылась. Все, они не пройдут. Да, готово, перебрались мы через насыпь. Здесь у нас кто есть за насыпью? Скорее всего, там будет разведчик, которого я уже видел на миникарте. Но я думаю, дальнейшие действия мы будем продолжать в следующей части. А с вами был Александр. Всем пока.